Здравствуйте, товарищ. Меня зовут Михаил Судаков. На этом канале я реагирую на кей-поп. Сегодня я отреагирую на дебютную песню группы XAM. По крайней мере, так она, мне кажется, произносится. Мне эту реакцию заказал Матвей Петухов, мой подписчик на Патреоне. И вы, дорогие друзья, если будете подписчиком на Патреоне, с определенного плежа, тоже сможете заказывать реакции или участвовать в голосовании на них. В любом случае, спасибо Матвею. На самом деле, XAM — это не совсем новая группа относительно. Раньше группа называлась Neon Punch, я на нее даже реагировал. Но в итоге из-за коронавируса и прочих вещей две из участниц, Дохи и Мэй, насколько я понимаю, не смогли участвовать в дальнейшем промоушене, что-то в этом роде. И в итоге агентство сказало, мы, в общем, сделаем такой специальный сабьюнит, назовем его XAM. И вот будем его продвигать, пока остальные девушки, сабьюнит состоит из Дайон, Бекки и Иан. А остальные, ну вот, как только смогут, так только и смогут. Но через какое-то время, опять же, из-за коронавируса и прочих сложностей, они сказали, группа, агентство точнее, что нет, у нас не получается сабьюнит, у нас получается новая группа. Поэтому Дохи и Мэй из группы уходят, извините. И у нас вот мы группу Neon Punch закрываем с концами. Так что, кто был ее фанатом, извините. С другой стороны, она хотя бы живет в XAM. Но первая песня дебютная, которая вышла, по-моему, в сентябре, она называется «Дадалала». «Дадалала», наверное, так. В общем, тренд на странные названия, которые ничего не означают, продолжается. В любом случае, отреагирую, послушаю, посмотрю, как это получится. Вдруг у девчонок получится лучше, чем раньше. Чем, например, у Neon Punch. Перед началом реакции попрошу подписаться и поставить лайк. Ну и, разумеется, благодарю Матвея Петухова и главную подписчицу на Патреоне Катарину. И всех остальных подписчиков тоже сердечно благодарю. Давайте. 3, 2, ага, как всегда. А запись-то на экране не поставил? Чудило. Вот теперь, наверное, можно будет. Да? Да. Нет. Да. Да, можно. Давайте. 3, 2, 1. Поехали. В этот раз я дублирую запись на iPhone, чтобы ничего не пропукалось. Опасно. Окей. Интро было агрессивное очень. А девушки красивые очень. И песня, которая началась, гораздо быстрее, чем даже было интро. Пока, правда, слов нет. Очень шустрая песня. И, честно говоря, не то, чего я ожидал. Если прибег будет не разочаровывающий, это будет хорошо. Потому что столько красивых девушек в одном месте. Какой такой демонский разгончик прям, ух. Давайте. Ну, хорошо. Дроп странноват, но хотя бы быстрый. Хотя без слов. Но он быстрый. Это уже большой плюс. О. Блин. Какая шустрая песня. Пам-пам-пам-пам. Это такой кусочек обычного кей-попа встроил немного. Все это убер агрессивное, убер сексуальное. Ха-ха-ха.
Вот дроп — это единственное, действительно, дроп — это тот маленький кусочек, что похоже на классический кей-поп, все остальное такой веселенький идея и бодрый очень. Вы же понимаете, что все-таки первое еще смешно, чем сексуально. Все остальное, да, секс. Хореографию была бы лучше, если бы я мог на нее посмотреть без нарезки кадров. Мне нравится второй кусок припева. Как бы слова связаны. Все, что ли? Это было резко. А, я как сразу не догадался проверить, есть ли у песни танцевальная версия. Наверное, нужно сейчас исправить этот недостаток. Блин, так микрофон по-хитрому. Но давайте так, если в двух словах. На самом деле это неплохо, на самом деле это забавно. Кроме шуток. Оно не то чтобы прям вау, но оно бодрее, чем подавляющее большинство, и быстрее, чем подавляющее большинство современных кей-поп песен, даже те, которые я считаю достаточно быстрыми и бодрыми. И они прям местами тараторят, очень быстро поют, хотя тут, в принципе, действительно слов не так много, но тем не менее, вот этот припев, вторая половина, особенно там, где слова переходят в музыку, ладно, сейчас я, в общем, давайте проверю, есть ли тут действительно танцевальная версия. Ксум, да, господи, да-ла-ла. Хореографию. Пожалуйста, девчонки, выпустите хореографию. Ну, вам же не сложно, нет? Есть. Окей, хорошо, есть хореографию видео, зомби-версия. А еще есть скуллук-версия. Поскольку я могу отреагировать только на что-то одно. Окей, ладно. Я понимаю, зомби — это круто, но зомби я насмотрелся, скуллука не так много. Плюс зомби, они не какой-то грим, может быть, это не так хорошо. Я не знаю, мне сложно выбрать между скуллук и зомби. Может быть, я половину скуллука, половину зомби посмотрю. В общем, я решил, что я половину посмотрю скул-версию, а половину зомби-версию, потому что я могу. Вот почему. Надеюсь, я вовремя смогу остановиться, так что да. Давайте еще раз, и по ходу дела, может быть, еще и на саму песню пореагирую немножко. Поехали. Да, конечно, по здравому размышлению, школьная форма для такой дровой песни, бодрой, не очень подходит, наверное. Да, я представляю, здесь будет музыка уровня там G-Friend, например. И хореография такая прям. Очень быстрая. И рваная, но в нормальном смысле. На фоне колокольчики переливаются. Как мило. Слушайте, ну три девчонки неплохо тянут концепт. Даже не знаю пока, что это за концепт. Наверное, концепт крутышек все-таки. Здесь скорее милота, но... О-о-о. Вот тут... Смотрите, здесь, конечно, по количеству инструментов и прочего имеется некое понижение, но благодаря тому, что BPM вообще не понижается, а остается абсолютно таким же, насколько я понимаю, то, в общем, эффекты типа не получается. То есть у нас вот, да, конечно, ух, ударные. Пауза. Еще вот это мне заинтриговало. Да, было. Да, здесь играет этот занятный инструмент. На фоне какие-то странные голоса, мужские, предположительно, звучат. Только что звучали. Вот они поют. Да-да.
Очень быстро поет. Мне понравилось. Они неплохо инструментов накидали всяких разных. А вот, нет, все, хватит. А вот хватит, все, все. Второй припев у нас пойдет с этой самой, с зомби-версии. Так, так. Где зомби-версия? Окей. Итак, значит, заканчиваем еще раз. Ну да, понятно. Если б не зомби-прикид, было бы еще лучше. Ну, смотрите, что я имел в виду. Они здесь поют, вот так быстро, пам-пам-парам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. И при этом инструмент на фоне, фактически их пение, ну, повторяет. И фоном хорошим звучит, служит. Пам-пам-пам-пам-пам-пам. Это, видимо, та школьная версия была чуть другая все-таки по... Это более агрессивная, как будто бы. Опять ускорились. Хорошо. На фоне там народ гуляет. Сокол, он все неплохо даже очень. Без пищания, без лишнего. Ну, в принципе, девчонки не новички, поэтому. Здесь музыка слегка заглушает вокал, но это, наверное, для танцевального клипа, танцевального трека. Хорошо, неплохо, скажем. Ух. Секси. Ух. Этот сэмпл, вот этот синт, возможно, просто синт какой-то, возможно, это сэмпл, там, где кто-то пропел девушка, и это как-то поменяли. Вот. Бум. В общем, здесь, когда они перестают петь одновременно с этой мелодией синтом, а синт продолжает один играть, даже не сразу замечаешь, что они петь закончили. И песня-то короткая, на самом деле. Кажется такое ощущение, что короткая. Блин, мне понравилось. Не, мне даже весьма зашло. Окей, слушайте, это очень приятная песня, я ее, наверное, даже буду переслушивать, потому что она прям бодрит по полной программе. А мне понравился вокал девчонок, он здесь, в этой конкретной песне, ничего сверхъестественного нет, но он приятный и актуальный, адекватный, скажем так, актуальный, господи, боже мой, адекватный этой конкретной песни. Это раз, во-вторых, ну, черт возьми, очень весело, вот, и девчонки классные. Спасибо большое еще раз Матвею Петухову за совет, рекомендацию. Вот. Всем спасибо, что посмотрели, послушали. Скажите, как вам? Я, в принципе, камбэка к сам ждать буду теперь, если они, опять же, не откажутся от танцевального стиля и не скатятся вот в это вот, то, что сейчас периодически многие другие группы бывает, то очень хорошо, очень здорово. Единственное, у них там, по-моему, с продажами не фонтан, у них там какое-то 60 или какое-то место, вот их сингл этот занял, я не помню. Ну, в общем, ничего веселого, скажем так. Да, пиковая позиция 66 в корейском чарте и продажи аж целые 558 копий. Но поскольку, не знаю, будем надеяться, что это не повлияет на судьбу группы никак. Скажем так. Ладно, еще раз всем спасибо за то, что посмотрели, прослушали мою реакцию. Поставьте лайк, подпишитесь. А если хотите поддержать меня, как-нибудь еще более серьезно поддержите меня, пожалуйста, на Патреоне. Ссылка будет здесь, как всегда. Вот. И сейчас я назову всех, перечислю списком тех, кто меня уже поддерживает на Патреоне. Спасибо им большое.